Ну что, друзья, вот и вернулся прайм-тайм в ваши дома. Собственно, он далеко-то и не уходил. И мы с Николаем Покровским сейчас открываем нашу вечернюю традиционную рубрику «Достань доставку». Кого мы сегодня будем доставать? А вот мы уже с Натальей обсуждали этот момент. Мы решили... Без меня? Да, когда мы делали подводку на «Одесса делает базар». Ага, расскажи, я все пропустил. Мы решили, что давненько мы не заказывали суши, тем более наши редкие попытки заказа суши оказывались не очень такими успешными. Ну, то ролл не довернут, то водоросли не морские, а обычные при дороге растущие. Какой ужас. Да, и что, и что? Было такое, вот. И мы решили в этот раз протестировать такую доставку, которая называется «Тануки». Тануки. Ну. Интересное название. Что это за слово? Во-первых, да, вот по поводу слова. Сразу я заинтересовался, потому что у нас в Одессе все почему-то доставки, которые связаны с суши, обязательно должны иметь в названии слово суши. Я полез в интернет искать, что такое тануки. И чтобы вам не соврать, читаю. Тануки – забавный зверек из японских сказок, наделенный сверхъестественными магическими способностями, приносящий удачу, а еще он отличается особым гостеприимством. Ага, то есть это мифический персонаж такой. Да, Тануки. Похож он на маленького такого бурундучка смешного. То есть как маленький Коля. Отлично. И давай ближе к сушам. Вот, показываю вам я его. Вот он прямо сейчас на ваших экранах. Это сайт. Вот этот Тануки на нас смотрит. Сайт очень красиво, честно говоря, сделан. Суши гейм, что-то интересное. Очень все красиво сфотографировано. Хорошо, я суши люблю. У нас тогда возникает вопрос другой. Что же будешь есть ты, если вдруг у них не будет рыбного? А я тебе, честно говоря, во-первых, скажу. Мы с тобой схитрим. Я в меню видел, что есть. Не рыбные продукты, но мы скажем, что нам надо подобрать оператора. Да, пусть будем искать. Как бы оператор тоже поработает, что же мы сами. Хорошо. Еще несколько вещей тебе хочу сказать по поводу вот именно тануки, что меня очень приятно обрадовало. Ты прям нагуглился перед эфиром? Ну, я на сайт полез, а тут на сайте информации, вот реально, даже есть раздел, где СМИ... Даже чуть на эфир не опоздал. Да, где СМИ даже пишут информацию о тануки. Вот, и оказывается, что это крупнейшая сеть, 50 ресторанов, в Украине и в России. Я думал, в Одессе только. Нет, в Одессе только один, но зато какой. Отлично. Вот ну что, давайте тогда набирать. И а вот еще сегодня, интересная вещь, извини, тебя перебил. Сегодня просто... Ну ты просто сказал набирать, и я вдруг вспомнил, что мы можем заказать, ну, традиционно по телефону, а мы можем заказать по интернету, ну, это уже для многих довольно привычно, но еще есть такая вот удобная вещь, как официальное приложение Тануки. Оно приложение нас... для устройств. Я его покажу на планшете прямо, потому что оно на нашем экране не переворачивается почему-то. Ну вот, такое красивое приложение, и когда я зашел в него, вот сегодня установил, то мне сообщили очень приятную вещь. Вот сразу вылезло на экран... сообщение, что за то, что я использую мобильное приложение Тануки, мне полагается 20% скидки. Отлично. Теперь, значит, Николай, ты такой восхищенный, а я буду таким скептиком. И вот посмотрим, хороши ли твои значит, Тануки. Ты будешь звонить. Я и буду звонить. У нас сегодня бюджет чуть больше, чем 200 гривен. Сегодня у нас праздник. День работников телевидения радиовещания Украины это завтра. Как раз завтра. 706-9706. Набираем мы этот номер телефона, я начинаю молчать, общается Александр с оператором. Что я готов. Только фоновую музычку. Приветствую. Служба доставки Тануки. Если в процессе ожидания вы хотите я уже переживаю. Текущих акциях, нажмите 1. Нет. Добрый вечер, единая служба Тануки. Меня зовут Елена. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. А меня зовут Александр, и я хочу у вас суши заказать. Продиктуйте, пожалуйста, мобильный номер телефона. Я вам могу оставить городской номер. Как вам удобно? 048, ну, это как бы код города. Я поняла вас. 706. Сейчас, две секундочки. 38. 96. Мне подсказывают, я просто не очень помню свой номер. Конечно, как я могу к вам обращаться? Александр. Александр, подскажите, пожалуйста, впервые делаете заказ в нашей службе? Да, и уже очень хочу есть. Давайте заказывать скорее. Александр, подскажите, пожалуйста, из какого источника узнали о нашей службе доставки? Интернет, возможно, гости ресторана. У меня есть друг, который случайно нашел вас в сети, установил себе приложение, только что прожужжал мне всю голову о том, что у вас есть какие-то приложения, скидки, какие-то акции, все остальное. Да, поэтому да, мы есть, решили... у нас действуют такие акции. Поэтому мы вот решили попробовать вас. В телефонном режиме, к сожалению, эти акции не действуют. Для этого нужно скачать на свой телефон приложение Тануки. Мы в следующий раз через приложение. Сегодня у нас с интернетом беда, поэтому мы пока без скидок сегодня в телефонном режиме. Хорошо, подскажите, пожалуйста, на какой адрес желаете оформить доставку? Какой город, улица? Фонтанская дорога 11, это Одесса. Город Одесса? Да. 11, какая квартира? Это офис, пятый этаж. Фонтанская дорога, офис, улица. Офис, пятый этаж.
Хорошо, подскажите, пожалуйста, прибора. Сколько положить ваш заказ? Да, нам нужно 4 порции приборов. Палочки обычные, учебные? Давайте, наверное, 3 палочки обычные. А скажите, у вас нет там вилочек пластиковых? У нас просто есть люди, которые вообще не могут... Вилочек, к сожалению, нет. У нас есть учебные палочки. Либо обычные, либо учебные. Также, если вы заказываете супы, мы ложим ложечки. Угу. Давайте, значит, все профессиональные палочки. Будем мучиться коллективно. Хорошо. А можно я вам еще раз номер скажу? Мне что-то не тот номер сказали. Мой. Исправите? Да, конечно, могу исправить. Только для этого придется заново вбивать адрес. Беда. Но я вам его еще раз могу сказать. Хорошо. Слушаю внимательно. Еще раз ваш номер. 706-048. Такой же код, да? Да. 706-38-93. 38-93. Угу. Одну секундочку. Дом 11, да, вы говорили, офисное здание? Да. Хорошо. Минимальная сумма заказа в ваш район 150 гривен, доставка бесплатная. Также у нас действует акция. Если вы делаете заказ превыше, чем 180 гривен, получаете «Золотой дракон» в подарок. И также у нас действует акция вовремя или бесплатно. Если мы вам не доставляем заказ в течение часа, заказ оплачивает ресторан. Отлично. А что такое «Золотой дракон»? Это статуэтка? Это ролл. О. Это идет ролл. Угу. С угрём, с тобикой. Вообще прекрасно. Очень вкусно. Замечательный. Давайте перейдем непосредственно к заказу. Слушаю внимательно ваш заказ. Смотрите, хочется чего-то стандартного. У нас просто не очень работает это интернет, я вам уже говорил. И вы мне подскажете? Я поняла. Да, конечно, подскажу. Вот, что вас интересует? У нас есть салаты, роллы, горячие блюда. Давайте начнем с роллов. Вот нам нужен какой-нибудь ролл. Очень вкусно могу посоветовать оригинальный ролл треугольной формы «Всякий кадо». Он идет с нежным лососем, с угрём, с мягким сыром, огурцом, зеленым луком и красной икрой лосося. Еще и треугольной формы. Давайте, да. Интересно. Еще у нас есть один мальчик, назовем его так, который не ест рыбу. Можно ему помочь? Который ест рыбу, либо не ест рыбу? Нет, он не ест рыбу, он любит мясо только. Вот он говорит, рыбу не... Что-то там у него с организмом, не будем вдаваться в подробности. Попробуйте, очень вкусно есть лапша таринику нудору. Лапша пшеничная с куриным филе и овощами. Вот кивает он тут рядом, да, я думаю, что ему подходит лапша, отлично. Хорошо, добавила одну порцию лапши. Что-нибудь давайте веганское, потому что я не очень ем. Я, конечно, рыбу иногда ем, но вот если что-нибудь веганское у вас есть, было бы вообще здорово. Я поняла вас, хорошо. Очень вкусно есть салат «Мидори Сарада». Это овощной салат с огурцами, с помидорами, болгарский перец, листья салатового роса и латук. Отлично. Салат замечательно. Пятница вечер, салат идеально. Подходит вам? Да, да. Добавляю одну порцию. Угу. Еще что-нибудь такое попроще. У нас есть одна девочка, она достаточно высокомерная, ей нужно что-то попроще. Вот такое стандартное. Что у вас чаще всего там берут? Не знаю, что-нибудь такое. Из роллов у нас берут часто всякий ролл. Классический ролл с лососем. Угу. Всякий ролл. Да, ну давайте всякий ролл. Добавила порцию всякие ролла. И что-нибудь такое, вот одна девушка вообще креативит на всем буквально. Ребенка хотела, хочет ребенка, говорит, назову Золушка. Вот такое оригинальное имя, говорит, дам. И говорит, что-то необычное хочу и с рыбой. Вот прям, чтоб вообще никогда такого не ела. Есть такое? Я поняла. Как раз у нас есть такое блюдо для девушки. Называется «Дорадо Фута». Нежное филе дорадо заворачивается в рисовую бумагу с огурцом, зеленым луком, кинзой и подается отдельно нежный сливочный соус. Советую. Очень необычное, очень вкусное блюдо. Ну давайте, да, вот рукой так делает она, да, говорит, давайте. Хорошо, добавила. Отлично. Я думаю, что все. Мы, конечно, завтра празднуем День телевидения, но на сегодня мы закончим заказ. Я повторю ваш заказ. Вы заказываете ролл всякий кадо с лососем, угрём, мягким сыром, одна порция. Лапша пшеничная с куриным филе и овощами, одна порция. Овощной салат «Мидори Сарада» – одна порция. Классический ролл «Сяки» с лососем – одна порция. И «Дорадо Футу» – филе «Дорадо Рыбы» – одна порция. Все верно? Наверное, да. Я просто прослушал, честно говоря. Да, скажите, через сколько вы нам его привезете и сколько денег дать?
Сейчас время 18:30. Доставка у нас в течение часа. В течение часа. Если заказ за ней будет в 19:30, оплачивает его наш ресторан. Отлично. Ожидайте, пожалуйста, курьера 19:30. Сумма вашего заказа 286 гривен. Подскажите, курьеру сдачу необходимо готовить, либо у вас подрасчет будет? Я думаю, что нужно будет с 300 сдачу найти, с 300. 300 гривен. Да, будет. Да. Хорошо. Номер вашего заказа 328. Ожидайте, пожалуйста, курьера 19:30, то есть в течение часа. А у нас будет этот дракон золотой там? Конечно, у вас будет идти в подарок, у вас сумма свыше, чем 180 гривен. Обязательно ролл дракон будет идти в подарок. Это победа. Спасибо вам большое. Я буду ждать. Мы все большое будем ждать. Большое вам спасибо за заказ, Александр. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. Надеемся, наше блюдо вам понравится. Всего доброго. Да, спасибо. До свидания. Саша. Во-первых, я... Извините, друзья, но я действительно спалился. По-моему, я сказал... Но девушка была мила, и мне кажется, что она так была вдохновлена рассказами, что она вообще не поняла. Я думаю, после твоей фразы у нас девушка, которая хотела назвать ребенка Золушку, она уже поняла тебе все. Не знаю, вот куча непонятных названий. Я не представляю, что мы заказали. Ты понял хоть что-то? Ну, будем надеяться на оператора. Ты же гуглишь это все. Ну, я видел блюда, но не настолько подробно. Какие-то такинаку... Я знаю одно. Я буду есть лапшу с курицей. Да, а я болгарский перец с латуком. Очень равноправно как-то получается, конечно. Кто на что учился, Александр? Ну что ж, дорогие друзья, у нас реклама. Прайм-тайме, вернемся сразу после нее. А между прочим, друзья, я решил немножко пошалить в честь дня. Пошалить? Да, я подошел к курьеру и сказал, зайдете в кадр, не побоитесь. Вы же не знали, что на телевидении. Сказал, зайдет, честно, признался. Отлично. Ну давайте наш заказ. Смотрите, обратите внимание, кстати, на внешний вид. Очень редко к нам приезжали курьеры. Обычно очень редко к нам вообще приезжали курьеры. Пальцем. Я не тыкаю. Ничего себе, Богдан, большой пакет. Большое. Сумма 279 гривен. Нам прям целую накладку. Коля, у тебя хоть деньги с собой есть? А есть, конечно, все подготовлено. Все, Николай постоянно носит деньги с собой. Спасибо. Сейчас нам дадут сдачу. Ну что ж, друзья, мы попробуем... О! Спасибо идеально. Большое. Помнят вот. Со скольки сдача. Вот он, сервис. Спасибо вам большое. Суши вовремя или бесплатно? По крайней мере, так написано в чеке Тануки, который к нам уже приехал вместе с нашим заказом. Что вы тут заказываете? У нас, к счастью, было вовремя. Вот я могу сказать, что ровно в час уложились. А могли бы и бесплатно поесть. К счастью для Тануки. Знаешь, мне кажется, лучше вовремя, чем ждать. На самом деле, это правда. Поэтому все-таки четкость и точность – это для доставки, наверное, один из главных факторов. Мы тебя заказали, не спрашивая тебя. Я поняла. Первый раз, я смотрю, нам привезли... Все в каком-то благородном виде. По крайней мере, здесь написано, что мы заказывали, сколько оно стоит, сколько оно весит. И нам и будет удобно проверять. Практически подпись. И там написано, что нас обслужила Дарина. Отлично. Вот Дарине передаем привет, если она вдруг нас видит и заподозрила, что все это происходило в прямом эфире. Николай, давай, наверное, ты будешь взвешивать, а и раз Екатерина уже обладает таким чудесным списком с весом, мы будем сравнивать. Учитывая то, что... мы все проверим, как всегда. Учитывая, что кухня японская, я мне снова-таки ничегошечки не соображаю. Ну, прочесть ты сможешь. Смотрите, как все красиво. Красота, только как теперь это раз... Я умею. Что это такое? Это что-то. Покажи, я хочу посмотреть. Коля, давай. Коле надо было работать Якубовичем. Черный ящик. Коля ведет самую длинную программу в истории одесского телевидения. Он не зря сюда пришел. Все для того, чтобы мы могли поесть. Соусы. Это у нас имбирь, я отлично. Так понимаю. Ой, все очень красиво. Все, индивидуальные наборчики. Это салфетки. Красота. А мокрые, это что? Жевательная резинка. Тануки. Это соевый соус. Вы видели в такой упаковке когда-нибудь соевый? А жевательную резинку Тануки ты видел когда-нибудь? Никогда. Никогда вот честно, первый будем. Раз вижу. Я поняла, сейчас тот человек, который в голове Саши Лотарева любит фирменную упаковку, да, он хлопает ручками. Нет, да. Ну правда, по дизайну оценю, что все очень даже круто. Палочки. Я себе забрала. На четверых. А вы потом говорите кому-то ставить за брендинг 5, когда тебе просто в пакете приводят. Вот, люди заботятся о брендинге, извините. И да, теперь когда палочки я вижу, упаковывают, что да. Да я бы даже себе пакетик этот оставил, в нем документы хранить. Все, убери документы. Итак, у нас спрячь, есть... У тебя есть таврии пакетов куча. Четыре. На 4 человека сервировали. Здесь есть соусы, салфетки, палочки, индивидуальные наборы соусов. Все, что нужно есть из аксессуаров. Есть специальные штучки для теперь соуса. Теперь смотрим, думал, что у нас внутри. Смотрим, что у нас внутри. Я распаковываю красивый кулечек. Ах, и у нас...
подарок наш. Я золотой сразу дракон. Попал. Золотой я дракон, помню. Тот, который нам дали в подарок. Класс. Да. При заказе больше 150 гривен, да, по-моему? Если я не ошибаюсь, да. Дают золотого дракона. Это кто такой? Это такие роллы. С чем-то очень интересным девушка говорила. С угрём. Те, кто смотрит. Я запомнил, что с угрём. Нет. Так, едем дальше. Это у нас... вот это те роллы, которые треугольные. Так, самые это первые они у нас. Всякие када? Если я не ошибаюсь, да. Мы это я, понимаешь, когда я тебя заказывал, все неизвестные названия, которые мне говорила девушка, я говорила, давайте, да, давайте. Говорил, и да. Поэтому... А мы же взвешиваем. Ну давай. Да. Что это? Взвешиваем. Это золотой дракон. А, зачем я взвешиваю? Золотой подарок. Дракон это подарок, мы его даже взвешивать не дай будем. Дай нам коню не взвешивать, так сказать. Отлично. Итак, зубы. Итак, здесь у нас две порции роллов. Я так понимаю, это всякие када и всякий ролл, да? Да. 160 и 80. 280 в общей сумме, а должно быть 240, даже больше. Даже но больше. Здесь упаковка, я надеюсь, что ты не напутала ничего. Нет, я не напутала. А мне нравится, что на упаковке даже написано, где open. Ну, если вы не догадались, как не открыть. Это для нас это хорошо. Да. Итак, явно вегетарианское блюдо для Александра. Из огурцов, помидоров, болгарского перца. 170 грамм. И еще я помню, что там был латук. Да, по-моему, латук, что-то латук. Смешное там было. Ставь вот. Его на весы. На весы 170 грамм он должен весить. 195. Ну, упаковка, я думаю, верим. Что отлично. 15 грамм. Тест-драйв прошел. Саша, я хочу видеть, как ты будешь кушать салат палочками. Я хочу смотреть и смеяться. Хочешь посмотреть, как я пленку с него сниму? Так, давайте вы поиграетесь потом. Хорошо. Мы серьезным делом занимаемся. Да. Так, а вот сейчас у Коли тут мастерство рукоделия. Когда человек не умеет руками ничего делать, обычно он сталкивается с такими ситуациями. Он идет на телевидении. Это вот в случае никогда покрылся. Давай пойдем. А, я знаю, как это сделать. Я тоже так умею. Жестокая Екатерина. Нет, жестокая, справедливая Екатерина. Итак, это у нас теплые салатики, если я не ошибаюсь. Вы извините, я вас перебью. Запаян. Ну, это хорошо, но сложно открыть. Давай я открою. Так, лапша. Как она называется? Давай я посмотрю, я тебе по названию скажу. Это, если я не ошибаюсь. Пшеничная лапша с курицей, сладким перцем и луком. Логично, если лапша, значит пшеничная лапша. Русское название. Вот. Сколько она весит у нас? Здесь написано 190. А у нас? 205. Ну, упаковка, опять же, картонная упаковка весит все достаточно прекрасно. Прилично. Я так, думаю, что снова попали. Соус. Очень и много еще соуса. Что-то горячее. Что-то горячее, я так подозреваю, это вот это то самое дорада. Крутое, да. Как это мы его уже успели прозвать блюдо. Девушки Натальи. Дорада, я запомнила. 210-30-40. Отстегни ну, это соус. Соус, чтобы он нам тут не перевешивал. Что такое 210-30-40? Соус весит 30 грамм. 30 грамм, договорились. Коля, там что-то было написано дорада. На этой бумажке. 390. 390, а здесь 210. Я не вижу. Написано на упаковке. Там, видимо, внутри еще какой-то из соусов, ну, допустим, там видимо, еще да. 50 Почему грамм. Мы будем в общем, гадать. Давайте откроем и посмотрим, в общем, что друзья, там не внутри, обманули как нас. Она выглядит. Не обманули нас. Отлично. Итак, Саша, что ты делаешь? Ну, не открывается соус. Как красиво. Запаяли. Смотрите. Да. Итак, всякий ката, пшеничная лапша, салат из огурцов, всякий ролл дорада, жевательная резинка и золотой дракон. Все на месте? Прежде чем вы приступите и будете что-либо делать с этой едой, и вот пока Наталья уводит весы, я выставлю лично от себя 5 с плюсом. Подождите. За упаковку. А потому по порядку, что Александр, у по меня порядку. Эстетическое удовольствие. По порядку. Нет, я хочу за упаковку. Первая оценка, которую мы ставим, это общение с оператором. Хорошо, дотошный Николай. Общение с оператором. Я тебе скажу, что у меня было только 2 замечания. Первое замечание, что это было очень долго. Я понимаю, что ей нужно рассказать обо всех акциях. Это клево, это правильно, но я так хотел есть, что я думал, что я не выдержу. Саша, ну это было, ну, на самом деле, очень приятное общение, мне кажется. Нет, было вообще девушка неприятно. Была такая нежная. Ну, и вторая девушка очень, видимо, переживала, услышав мой нежный голос, и 2 раза спросила, как меня зовут. Ну, ничего, со всеми бывает. Я, например, забыла. Вообще забыл. Девушка не спросила 2 раз, как тебя зовут, а спросила, как тебе обращаться. Может, тебе больше понравилось мой бы, господин. Там, малыш, зайчик. Мой господин. Видишь, какие разные ведущие. Одна говорит, мой господин, другая, малыш, зайчик. Вот так всегда. Что за общение? Ну, не знаю, ну... 5, я 5 бы поставила. 5, в принципе, все сказали. Ты качаешь головой. Ну, мне показалось, что общение действительно было долгим, и нам с вами есть чем сравнивать, на самом деле. За общение но. У нас очень низкие чаще всего оценки, да. Потому что но у нас было операторы общаются некоторые так, как будто вот он... 475 тебя устроит. Ребята, подождите, вам все подсказали, вам все рассказали. Из каких ингредиентов, где 475, чуть ли не словили эту рыбу? 475, я согласен. И вот этот звук должен был ознаменовать то, что Александр Лотарев принял. Салат. Грубые мужчины побеждают в упаковка. Споре. Упаковка. Однозначно. Я бы даже... Давайте 6. Честно, да, вот хочется поставить 6. И даже хочется вот в оценку за упаковку включить еще не только то, что упаковка брендированная, а то, что есть свои приложения для телефонов. Да, очень да, круто это сделан очень, сайт. Это очень прикольно. В общем...
Я не знаю, нарушать ли это наше правило, но давайте поставим 5.25. Чтобы уравнять? Ну, как бы... Это нарушение правил, Александр. Давайте решим нарушать наши правила. 5. 5, хорошо. Это будет нечестно. Но пятерки у нас за упаковку, друзья, было один раз всего. Так. У нас был какой-то ресторан, у которого была пятерка за упаковку. Обычно у нас нет пятерки. Ну, так, честно, ну, честно что... скажу, я как человек, избалованный вот такими доставками, я такую упаковку ни разу не видела. Вы же помните, нам привозили в кулечках с надписями «Have a nice day» и да. что-то там. Да. Это смайликами. Хорошо, если были кулечки вообще. И банки один раз из-под майонеза привезли, но мы это не показывали. Это мы дома ели. И это была моя бабушка. Ну-ну, что у нас дальше? У нас дальше доставка, друзья. Доставка. А, доставка. Доставка. Вовремя. Курьер в форме, который не постеснялся зайти, а это один из немногих курьеров. Это первый курьер, который пришел. У курьера был бейджик с именем, мы обращались к нему. Богдан по имени, это приятно. И он приготовил деньги сдачу. Не забыл. Моментально. Да. Кроме того, чек оформлен надлежащим образом. Здесь все нормально, доступно написано. Нету каких-то странных сокращений, потому что когда там написано «Курсолсболгпирк», я немного начинаю волноваться, потому что когда я читаю, мне кажется, что я вызываю демона. Я вам, кстати, скажу, я вот такой человек, который, если покупает что-то, там, допустим, крупное, сохраняет всякие документы, там, чеки, все остальное. Я бы по привычке, по привычке вот такой чек бы сложил туда к себе в папочку, я бы потом смотрел, там, телевизор, запчасти для машины. Ой, ребят, я переживаю, как-то слишком все хорошо. Реальное, слишком да? все надо хорошо, пробовать, прям... потому что мало ли. Мало ли есть подвох. Я начну с салата. Ой, с а можно позволения. Я покажу тут рыба с лицом? Зачем рыба ты показываешь лицо рыбы? Зубами, ну не получается ну, мне ее взять. По крайней мере, ты знаешь точно, что это рыба однозначно. Это рыба, да, вот я вижу ее. Лицо могу не посмотреть ей в глаза практически. Я пробую салат, попробую его как-то так пробовать, чтобы он не загородить тут а у меня есть небольшая проблема. Александр решил перед оператором показаться профессионалом, сказал, привозите нам палочки профессионально. А я никогда в жизни палочками не ел. Вот ты можешь накалывать, нанизывать. Это ты виноват, Саша. Спасибо. Я кушаю роллы с лососем. Действительно. Это вкусные, хорошие роллы с лососем. Вот что я могу сразу сказать. Они нормального размера. Уважаемые сушисты, роллисты, я не знаю, как называются эти люди, Одессы. Когда вы делаете роллы вот шефы, такого диаметра, вот так о чем вы думаете? Они же не лезут в рот. Вот, очень компактный, вкусный ролл. Вкусно, хорошо, достойно, нормально. Что я могу сказать о вот этом незнакомом для меня блюде? Дорадо, да, как называется правильно? Дорадо футо. Это же рыба. Это рыбка, завернутая вот в такой тончайший, это то ли рисовый листик, то ли водоросль. Да, сложно разобрать. Это рисовый но лист, это действительно ошибаюсь. Очень вкусно, рыба свежая. Мне кажется, еще несколько часов назад она плавала в каком-то там океане. Ее досрочно для доставили тебя. Для меня. Чеховская но действительно просит, это вкусно, такая, ребят. Чеховская просит? Да, я поплыла. Вот, так и было все. Мне все вкусно, все отлично. Меня удивляет, но у меня тоже нет претензий, потому что я попробовал салат, все овощи свежие, листья не вялые, как любят класть. Одно заведение, которое мы в прошлый раз обсуждали, все вялое, какой-то, не поймешь, салат ты ешь или утро 1 января наступило. Свежие листья, салат немного сладкий, но при этом соленый. Ну, то есть тут какой-то соус, я не очень понимаю в соусах, но тут что-то есть. В общем, а мне баланс. Еще пол лимончика положили. Вот тебе да, в рыбу, мой. Так должно быть. А я, друзья, пока вы говорите, между прочим, сижу ем. Учусь есть палочки. Сижу ем, учусь есть палочки. Давайте финал, я попробую подарок. Сижу ем, никак не могу остановиться. Я общался, значит, подарок мне. Так, и как? Очень вкусно. Неправда. Друзья, не знаю, как ваши рыбные дела, а мое мясное очень вкусно. У меня пятерка. Тоже все хорошо, у меня тоже пятерка. Я пробую штучку с икрой, и Николай пока выставляет оценку. Давай, Коля, оторвись, пожалуйста. Он пятерка. Не хочет отрываться. Итак, пятерка за вкус. 100% пятерка. А какие-то отличники прям по всем параметрам. Что у нас выходит в итоге? Это вкусно. Это вкусный дракон, хоть и в подарок. Обычно в подарок кладут что-то ненужное. Давай, а Саша, заканчивать. Нужное. Я хочу давай. Все это съесть, Наташа, но не могу перед телезрителями. Ты стеснительная? Я не хочу это естественный их. Процесс. За вкус. Саша, много естественных программа процессов. Программа «Прайм тайм». Рубрика «Достань доставку» ставит 5 баллов. И, судя по всему, капитал шоу «Поле чудес». Да, да. Сектор приз на барабане. Итак, за вкус у нас 5. В итоге, дорогие друзья, впервые, по-моему, в истории «Прайм тайма» у нас такая большая оценка. Какая? И такая нестандартная. 19.75. Не хватает всего 25 сотых для того, чтобы быть максимально. Но максимально никто никогда не получал. Мы думаем, что сами инопланетяне прилетят и сделают нам еду из амброзии любви, и тогда мы поставим ей 20. Но это действительно, ну, у меня вообще нет претензий, если честно. Итак, доставка Тануки. Prime Time с гордостью рекомендует. Приятного аппетита. Заказывайте. И, я думаю, приятного аппетита нам. Да, приятного аппетита. Мы вернемся, вот когда все съедим.